Неделя финансовой грамотности объединила учащихся высших учебных заведений. Этот весенний вечер стал поистине звездным для команды КВН Аграрного университета. В Ставропольском ГАУ прошел краевой конкурс «Финграм Кивин». В последнее время все больше внимания уделяется проблеме повышения финансовой грамотности населения, которая необходима людям в любом возрасте. Молодое поколение нуждается в формировании навыков планирования бюджета и сбережений, в грамотном выборе решений проблем финансирования образования и покупки жилья, в приобретении представления о ценности денег и семейном бюджете. Финансово грамотные люди в большой степени защищены от рисков, непредвиденных ситуаций и способны противостоять экономическому мошенничеству. У нас проходит в университете кубок по финансовой грамотности, по-моему, уже третий раз. Очень крутое мероприятие. Молодежь будем приучать к финансовой грамотности, все какой-то в веселой форме КВНовской. Вот как-то так. Круто очень. Классно, что у нас в университете это проводится. Вот. Четыре лучших команды из трех вузов Ставропольского края сражались за звание чемпиона. Аграрный университет, СКФУ и Ставропольский государственный педагогический институт. Мы пришли все сюда поддержать Северокавказский федеральный университет и мы очень надеемся на победу. Я болею здесь за факультет высшего профессионального образования. Это очень важный этап формирования финансовой грамотности. Игра «Финграм Кивин 2019» проводится на Ставрополе по инициативе Министерства финансов края в третий раз. Главная цель – привлечь внимание студенчества региона к необходимости повышения финансовой грамотности у молодежи. Сегодня и театральное мастерство, и высокий уровень владения информацией в области финансовой грамотности. Это, конечно же, большая заслуга нашего Министерства финансов Ставропольского края, которое проводит очень серьезную работу в нашем регионе. Все команды продемонстрировали не только хороший уровень финансовой грамотности, но и командный дух. Творческие таланты, хорошее чувство юмора. Как прожить студенту, если до стипендии еще 10 дней? В чем же счастье, если не в деньгах? Как купить и себе автомобиль, и шубу жене? Почему люди боятся пятницу 13 числа, но любят 13-ю зарплату? На эти и многие другие темы шутили участники юмористической битвы. Команда нашего университета не оставила соперникам шансов, а показав отличный уровень знаний, артистизм, искрометные шутки о баталиях рубля, евро и доллара, сражение бабушки с банкоматом, бускоине и многом другом, студенты доказали, что повышать свой уровень финансовой грамотности можно и с юмором. Дальше что делать? Я звоню по номеру, потому что у меня заключил банкомат, чтобы со мной связались. Ой, телефон не достал. Алло. Громче. Алло. Пройти. Алло. Представьте, что пенсионный возраст поднял. Алло. Представьте, что внуки оставили телевизор включенным, у вас накапало за коммунал. Алло. Злата Гречишкина, Амин Жилов, пресс-служба СТГАУ.